зале Краевого музыкального театра собрались учителя, воспитатели, сотрудники техникумов и училищ, победители и призеры различных конкурсов федерального и краевого уровня. Награды лучшим представителям сферы образования вручил губернатор Вячеслав Шпорт. Как отметила глава Краевого Миноборнауки Алла Кузнецова, сфера образования сегодня является самой большой и динамично развивающейся отраслью региона. Сегодня это 946 учреждений, 49 тысяч работников, 295 тысяч обучающихся. Каждый год наши школы занимают почетные места в рейтингах лучших общеобразовательных учреждений России. Опыт края в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов признан ведущим в стране и отмечен благодарностью правительства Российской Федерации. Более 100 школ края работают в инновационном режиме. Знаковым стало создание единственного на Дальнем Востоке детского технопарка «Кванториум» в Комсомольске-на-Амуре. Здесь созданы исследовательские лаборатории по 6 направлениям, оснащенные самым современным оборудованием. В них занимается более 800 детей. Высокие результаты показывает система профессионального образования края. В этом году на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» сборная края завоевала 13 медалей, в два раза больше, чем в прошлом году. Увеличивается средний балл выпускников на едином государственном экзамене. В этом году в крае 55 стубальных результатов ЕГЭ по 7 предметам. Высокий уровень знаний показали выпускники Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Советско-Гаванского, Бикинского, Хабаровского районов, Краевого центра образования. Образование – это наш безусловный приоритет. Особое внимание мы уделяем созданию достойных условий труда. Треть годового бюджета Хабаровского края, а это почти 31 миллиард рублей, выделяется на эту сферу. Ежегодно вкладываются средства в повышение квалификации педагогических работников, решаются проблемы малокомплектных школ, в учебных заведениях формируется комфортная среда для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В полной мере реализуется выполнение майских указов президента Российской Федерации по увеличению заработной платы педагогам, отметил губернатор края Вячеслав Шпорт. Также глава региона наградил 13 лучших представителей профессии.